Ну да, тут на Бабуган красивый вид открывается. Там у Бога? Нет. Этим видом. А что не обещали? Конкретно поесть, да? О! Что там? Что там? Ветра нет. Там падать есть что высоко, да? Да нет. О, нормально. Вообще. Будем осторожненько. Чего? Я уперся жопой и ногами. И внизу тропинки. Да? Да тут уже его нет. А тут, тут вниз. Так как... Мы здесь вниз поедем? Да, вот тут. Вот видишь тропинку внизу? Да вы что, ебанулись что? Да что вы здесь тоже? Мега фрирайд. Там вот цепушка внизу. Ой, шесть какая. Хорошо. Блин, скинуть бы 500 грамм. С чего? Из желудка. Все еще мясо не переварится вчера. Ну что-то видать вы знатно там зачифанили. Ну у нас вчера был вообще какой-то день обнуления, потому что вчера закончилось все. Закончились нервы, чтобы ездить даунхилл. Закончились силы, чтобы обхилы ездить. Мы тупо нажрались, мясо, я вообще пиво выпил. 2 литра, и по-моему. Пиво нажрались, блядь, аж с утра хирово было. Да, пиво. Вчера пол-литра точно выпил. Литр ты выпил. Целый Хугарден. 0,75 Не, я не все выпил. Да? Я выпил 2 Хугардена. И еще потом пол бокалочка вина. На хулигане. А что, ты не понял, как Стасон бухает и, короче, катается? Он же постоянно что-то бухает. Ну да. Помещает. Но не так крутит, как мы. Да он еще более адово крутит. Он просто после зимы еще не вкатился. Нормально он крутит. Мы в Альпы ездили с ним. Он это... Ну, он, конечно, устал там, начал бухать, но он, блин... А, ну вообще, да, он что-то там пару дней пропустил. Да. Ну, самый адский день он лазил. Он после адского дня, по-моему, не поехал. Он на Монвизу не поехал, а на Гранглезу он ходил. И еще один день он пропустил. Переезд, когда мы приезжали в него. Да, да. Он на машине поехал. Велосипедисты. Сидят. Сидят, да. Засадят. Блин, красиво там. Там байки наши не стащат. Кто? Сейчас приберу. Какие, нет? А тут 1500, да? Да. Ну, такая да. Большая горка. 1500 с копейками. Там 27. Тут надо коленки одевать на задние. Да, тут уже вниз поедем. А ты с коленками? Я без. Я тоже. Так, еще, подождите, мы еще поесть надо нормально. Я еще сегодня четвердак не планировал. Ну ты ж юшку планировал, там еще сложнее. Мне жалко, сильно отдавай будет? Нет. Где? От щитов? Че? От щитов? Да. Там отдавее, чем тут. Да я бы не сказал. Серьезно, тут камней меньше, тут земля, чуть камней. Ну блин, юшку я сколько ешь, столько ее ешь. Сколько в Крыме ешь, столько и юшку ешь. Уже там попривык на самом деле. Не, ну вот чуваки и лайты, которые у меня были в первой группе, они даже вообще без коленок, без нихрена на хардтейлах эту хрень взяли. Да? Ну, да, тогда хорошо. Нет. Я причем всем выдал на коленники, никто не взял. Говорю, вот сегодня будет адский скальник, адская съезжалка. Взял там только один, и тоже там что-то съехал от скальник, снял их потом еще и убрал. Блин. Ну ладно, чем лучше. Ну кому что. Это круче, потому что когда они это без нихрена, вот по Стасону, допустим, когда Стасон с нами в Альпах ездил, он себе такие глупости не позволял. Ехал аккуратненько в конце и не падал. Вообще всегда целый был. Тут
Ты такой типа нарядился в даунхильщика такой. Начал дубасить и сразу прилег. На кого как это действует? Ну да, там кажется, вроде просто простая конечно. Да, ну он такой, а что, я же на коленниках, что? Все, коленки, буду чуть побыстрее ехать. А так бы, если был бы он без ничего, он бы на тормозах бы все аккуратненько сполз бы, не рискую вообще нигде даже. Не ну, да. И ничего бы не было. 100%. Не, я просто знаю, что это защита, она так весьма условная. Чего-то помогает, вовсе не от всего. Надо активной защитой пользоваться, не пассивной. Ну да. Которая будет взрываться при контакте. Просто тут она от мелких скотов разных точно помогает, да. А вот когда ты разгонишься и задубатишься, то там уже. Там уже купишь. Там уже только от прочности костей зависит. И гены от папы с мамой перешли. Да. Ничего не знаю, меня пропёрло. Я когда-то тоже в фулике в Крым приезжал, в панцире даже как-то, помнится. В коленках. Вот. По-моему, раздувает. Что-то надо сюда. О, да, правда, слушай. Там ну, сейчас, что-то давайте видно я стало. Сейчас еще таймлапс 5 минут поснимаю и поедем. А типа движущиеся облака, что ли? Да. Вон прикольно небо появляется. Но у меня все равно все засвечивает. Надо будет в Альпу какое-нибудь крепление накрутить для фотика. На пояс можешь. М? На пояс можешь. Ну, смотри, ты там нормально сидишь, а? Я? Да, вообще отлично. Ты смотри, ты лучше не про фотик думай, а как бы весу поменьше. Если ты будешь с Серегой и с Никитосом ездить, ты думай, как тебе, блин, форму набрать и как велик легким сделать, а не как фотик прицепить. Фотик тебе точно там не пригодится. Что-то такая большая странная полянка какая-то. Оба-на! Вот эта туча пришла. Прикольно. Оттуда? Повешу я GPS на рут пока. Потому что если облако такое будет, мы там потеряемся. Ёлка.